Как зарабатывать ставки с помощью XG-статистики. Сейчас я показываю пошаговую инструкцию для новичков, как это делается. Смотрите, вы открываете таблицу английской премьер-лиги, если вы, например, хотите сделать ставку на чемпионат Англии. Вы видите здесь множество различных метрик. Да? То есть, если вы, например, хотите сделать ставку на Ливерпуль, который играет против Фулхэма, то прежде чем сделать ставку, неплохо было бы разобраться, как играют обе команды. Для этого вам идеально подходит XG-статистика. Например, вы смотрите метрику XG90 деленное на XG90 0.3 макс. Делаете сортировку по данной метрике. Вы видите, что Ливерпуль показывает довольно отличный результат 1.79. То есть практически идентичен Манчестер Сити. Это две самые сильные команды на данный момент в чемпионате Англии по игре. Да, то есть не по результату, но именно вот по игре. Дальше мы смотрим Фулхэм, и мы видим, что у Фулхэма этот показатель также довольно-таки хорош, 1.39. Вот таким вот образом вы оцениваете игру команды. Помимо этой метрики XG90, деленное на XG90, 0.3 макс, существует множество других метрик. На основе этих метрик вы определяете, какая команда лучше, а какая хуже. То есть в данный момент мы видим, что Ливерпуль сильнее, чем Фулхэм, хотя Фулхэм также неплох. Однако существует в беттинге одна существенная проблема, да, то есть мы как бы не ставим на то, кто выиграет и кто проиграет, мы делаем ставки на определенные коэффициенты, да, то есть на какие-то команды коэффициент 1.39 на победу, а на кого-то 6.88, как здесь в случае Вест Хэма против Арсенала. И здесь нам нужно, естественно, правильно оценивать, собственно говоря, сам матч. То есть каждый матч здесь уже идет индивидуально. Давайте, например, разберем. Вот смотрите, играет Кристал Пэлас против Ньюкасла. То есть Кристал Пэлас, в принципе, аутсайдер в матче против Ньюкасла. Да, то есть он играет дома, из-за этого коэффициент все-таки выглядит поприличнее, 2.99. Тем не менее, мы видим, что по коэффициентам видно, Ньюкасл фаворит. Мы смотрим турнирную таблицу, и да, как бы Ньюкасл находится в середине турнирной таблицы, но и сейчас я сделаю сортировку именно по очкам. Ньюкасл находится в середине турнирной таблицы, сколько он там набрал, 18 очков, а Кристал Пэлас находится на самом дне. И всего набрал 8 очков. Да, то есть, как бы кажется, что Кристал Пэлас слабее, чем Ньюкасл. Значит, ну, значит, наверное, нужно делать ставку на Ньюкасл. Да, то есть многие новички так думают. Но когда мы делаем ставку с помощью XG-статистики, XG-статистика помогает нам понять, как играет команда на самом деле. То есть, возможно, Кристал Пэлас играет неплохо, и этой команде просто не везет. Как вы это можете узнать? Вы это можете узнать с помощью XG-статистики. В данном случае, например, метрика XG90 деленное на XG90. Да? То есть вы берете, просто сортируете. И вы видите, что Ньюкасл... Ну, Ньюкасл по игре как бы середняк. Да? То есть он и по результату, и по игре является середняком. 0.94 этот показатель. У лидеров, как вы видите, 1.8, 1.79, у Арсенала 1.53, у Тоттенхэма 1.41. А вот у Ньюкасла этот показатель 0.94. То есть Ньюкасл является типичным середняком. Однако Кристал Пэлас следует сразу за Ньюкаслом с идентичным показателем. То есть 0.94, 0.93. То есть команды практически одинаковые по игре с точки зрения XG-статистики. И вот здесь... Именно вот таким вот методом вы можете находить недооцененные команды. Значит ли это, что раз команды равны, нужно делать ставку на Кристал Пэлас, так как вы видите, что мы только что посмотрели, получается, что Ньюкасл и Кристал Пэлас равны по показателям, а коэффициент показывает, что как бы Ньюкасл фаворит. И да, то есть вкратце, если вкратце говорить, то в принципе вся теория беттинга с помощью XG-статистики сводится к тому, что вы ставите на ту команду, на которую просто лучше коэффициент. То есть если команды, если смотрите вкратце, если команды равны по игре, однако коэффициент перевешивает в пользу Ньюкасла, да, то есть Ньюкасл является фаворитом с точки зрения
коэффициентов, то вы делаете ставку на Crystal Palace. Если ситуация ровно наоборот, то вы, собственно говоря, ставите наоборот. То есть, если какая-то команда играет очень хорошо и на нее завышенный коэффициент, то вы делаете ставку. То есть, так работает беттинг по XG-статистике. Это если совсем вкратце. Естественно, для того, чтобы разбираться в этих вещах более глубоко, вам нужно глубоко погружаться в эту тему. Для этого я новичкам рекомендую, тех, кто только попал на наш канал, обязательно подписываться на канал, да, то есть подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик и следите за нашими стримами, да, то есть я регулярно каждую неделю выхожу на стрим, и вы можете посмотреть старые стримы, вы можете подписаться на телеграм-канал, ссылка на который есть в описании, и читать, изучать материал, то есть мы команда профессиональных беттеров, которые зарабатывают деньги ставками. И вы можете у нас многому научиться. Собственно, этим мы и занимаемся. Это обучающий канал, контент здесь обучающий, поэтому новички могут разобраться именно в теме XG-статистики, если им это интересно. Если вы хотите, в принципе, зарабатывать деньги ставками, то XG-статистика – это единственный способ ею зарабатывать. Да, то есть единственный способ зарабатывать ставками. Вы можете, опять же, всю эту информацию найти на канале. Да, то есть если... То есть, как вы уже поняли, мы, получается, находим матчи, где идет несоответствие коэффициентов и игры команд. Да? То есть, например, Ноттингем фаворит в матче с Ипсвичем. Да, мы видим на Ноттингем коэффициент 1.73. И мы сравним, а так ли это? Играет ли Ноттингем так хорошо? Мы смотрим, где этот Ноттингем по данному показателю. Ну и увидим, что да, Ноттингем в принципе играет достаточно неплохо. Да, то есть команда, ну, во всяком случае, она играет поинтереснее, чем Ньюкасл. Вы можете рассматривать команду не только по метрике XG90, удаленная XG90. Здесь множество других метрик, в том числе и рейтинги силы. Это также очень важные показатели. Вы можете смотреть отдельно XG90, отдельно XG90. Вы можете смотреть, как команды играли в последних 5 матчах. Можете отдельно посмотреть различные рейтинги силы. То есть здесь есть все необходимые инструменты, которые вам позволят определить, на какую команду выгоднее делать ставку. А в чем главное преимущество нашего сайта? Вы можете, в принципе, и если вы не знаете еще, что у нас за сайт, как мы делаем XG-статистику, и в чем вообще преимущество нашего сайта, то вы можете посмотреть бесплатный курс XGLearn. Ссылки на видео также будут в описании. И просмотреть все 4 урока бесплатно. И вы поймете, как работать, в принципе, с данными таблицами. Так как я сейчас показываю таблицы, а новичкам, возможно, абсолютно непонятно, что сейчас происходит на экране, что я вообще показал. Вот те люди, которые так и не поняли, что я показал, и что эти все цифры значат, то вот как раз для вас данный курс. Да, то есть вы проходите первый, второй, третий, четвертый урок. Это абсолютно бесплатно, ничего тут не надо делать. Просто заходите. В принципе, эти видео есть на YouTube-канале, вы их можете найти и там посмотреть. Для тех, у кого не работает данный сайт, вы заходите на него через VPN. Если вам лень заходить через VPN, вы можете открыть просто англоязычную версию нашего сайта. expectedscore.com, да, то есть и зайти здесь, посмотреть ровно то же самое. И главное преимущество, одно из главных таких существенных преимуществ в том, что у нас есть практически все чемпионаты мира, да, то есть как вы зарабатывать будете ставками, да, то есть вы будете делать ставку не на английскую премьер-лигу, так как это все-таки очень сложный чемпионат, множество игроков за ним следят, множество людей в принципе знают, как играет Тоттенхэм, как играет Манчестер Сити, все знают проблемы этих команд, но мало кто знает, как играют, например, в 6-й лиге Англии. Да, то есть, кто следит за 6-й лигой Англии? Давайте открою 6-ю лигу Англии. Пс,
смотрим, кто там с кем играет, вообще, что там вообще происходит. Вот завтра какой-то тур, да, играют команды, названия которых многим наверняка даже неизвестны. Кто все эти команды, ну, например, играет какой-нибудь Кидерминстер против Саутпорта, да, то есть на кого делать ставку в этом матче. Вот, и вы вот можете знать, на кого делать ставку. То есть, наверняка многие из вас даже не знают, как форма выглядит этих команд. Но у нас на сайте вы можете увидеть те же метрики, XG-статистики на все команды. Да, то есть, также сделать сортировку и внимательно рассмотреть уровень игры каждой команды. Кстати, вот я открыл 0.3 макс данный показатель. Мы увидим, что Кидерминстер вообще является самой сильной командой по игре, по XG. Да, то есть 2.29, то есть это самая сильная команда, значительно превосходит все остальные. А другая команда, как она там называлась, Southport, это является, ну это команда середняк. То есть вот в таком вот случае, если коэффициенты хорошие и подходящие, то вы можете делать ставку на Кидерминстер. И во всяком случае, здесь есть все необходимые инструменты, чтобы провести полный анализ. Да, то есть до этого вы вообще не знали, что это за команды, что они из себя представляют. Здесь теперь с помощью XG-статистики, с помощью наших метрик, вы можете увидеть полную картину, вплоть до того, как команды играют. Да, то есть тут все-таки видно, кто больше предпочитает играть в атаке. Да, то есть, вы можете видеть, какие команды более атакующие, какие команды менее атакующие, которые практически вообще не создают моменты у ворот. Вы можете видеть команды, у которых очень плохая оборона. Да, то есть, возможно, кто-то захочет делать ставки в лайв, кто-то захочет делать ставки на тоталы. В любом случае, этот инструмент поможет вам сделать ставки на любые возможные события, да, то есть на победы, на тоталы, на форы и так далее. И начать на этом зарабатывать. Поэтому, ребята, кому интересна данная тема, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и следите за всеми нашими видео. Дальше я буду выпускать подобный обучающий контент, в котором буду раскрывать, как необходимо новичку делать ставки с помощью XG-статистики и как на этом зарабатывать.